Всем привет! Сегодня у нас на дегустации усадьба Дивноморская, Гранд Кюве Брют 2016 года урожая, Краснодарский край, Россия. Алкоголь 12,5% объемных, сортовой состав Пино Нуар и Шардоне. Вино лимонного цвета, средней насыщенности, устойчивый перляж маленьких пузырьков. Нос вина чистый. Умеренный плюс интенсивности, ароматы зеленого яблока, лимона, грейпфрута, белых цветов, хлебного теста, бриоши и легкая кремовая нота. Во вкусе вино с едва уловимым ощущением сладости, с умеренным интегрированным алкоголем, с высокой сочной кислотностью. Со средним минус телом, с умеренной плюс фруктовой концентрацией, в среднем по продолжительности послевкусие, с нотой цитрусовых фруктов и крема. Резюмируя, это вино очень хорошего качества, очень нежный, элегантный и многогранный нос с цветочными и фруктовыми ароматами и гармонично вписанными нотами выдержки вина на осадке. Во вкусе вино хорошо сбалансированное, сочное, свежее, с очень хорошей фруктовостью и приятным кремовым послевкусием. Это вино готово к употреблению с потенциалом дальнейшей выдержки в бутылке примерно 3-4 года. Оценка 91 балл. Купил за 2400 рублей. Cheers!